пришлось уволить половину бюро. Принципиально используем самую говёную камеру и самый говёный микрофон. Если ты недоволен собой, то ты все время растешь. Согласование не включено в сроки проекта. Полный трындец. Вокруг все боги, а я вообще ничего не могу сделать. Z2X в скобочках YouTube. Это, видимо, зритель на YouTube спрашивает. Если, например, группа программистов, которые делают свои проекты, эти проекты провалились по дедлайну, например, с заправок. Неважно. Предположим, что не уложились в сроки. И тут приходит оплата за новый проект. Пришла оплата за новый проект, но программисты доделывают еще старые проекты. Как сделать так, чтобы не проедались большими буквами деньги с нового проекта? Пока доделываются старые, нет времени начать новые. Спасибо. Дорогой D2X, в общем виде ответ никак, потому что это совершенно ужасная ситуация. Я ее называю финансовой пирамидой для, там, не знаю, дизайнерских студий. И мы сами попали однажды в такую ловушку. То есть все помнят большой глобальный кризис 2008-2009 года. Вот. А у нас в бюро наш собственный кризис случился в 2010 году. Вот. И случился он не из-за какой-то мировой обстановки, а лично вот по моей вине, потому что мы вот жили таким образом вот в долг. Да? То есть у нас не были ограниченные сроки проекта ничем. Да? То есть у нас была магическая фраза в договоре: согласование не включено в сроки проекта. И вот таким образом проект мог растягиваться как угодно. Нам казалось, что это отлично, в смысле, что это удобно для нас, что мы можем таким образом как бы не подставляться там, или так далее, не переобещать со сроками или что-то такое. Но в итоге что получается? Действительно, если проект задерживается, у вас начинают кончаться деньги на зарплату, вы продаете новые проекты, начинаете жить как бы в долг. Такая модель финансовой, да, такой пирамиды, она может работать какое-то время, причем чем больше, не знаю, компания, рынок или что-то еще, да, тем больше этот пузырь может надуться. Вот, но если вы, как, например, бюро небольшое, какое-то небольшая компания, то вы очень быстро окажетесь не там, где вы хотите. Поэтому в вашем случае я бы, ну, порекомендовал действовать примерно так, что если вот вы получили эти новые деньги, окей, вам повезло, это хорошо, но как бы жить дальше нужно, исходя из того и представляя, как будто этих денег нет. То есть вы их отложили, и все, вам нужно четко понять, грубо говоря, когда вы должны стартовать работу над этим проектом, не позднее какого числа, иначе как бы у вас случится полное, там, полный трындец. Вам это надо эту дату назначить и забыть про эти деньги. А со старым клиентом нужно действовать таким образом, как будто этих денег новых вообще нету. То есть для вас это теперь вопрос жизни и смерти. То есть у вас больше денег нету, вам работать не на что. И, соответственно, если сейчас вы эту организационную проблему не решите, вам, как исполнителю в этом проекте, настанет полный капец. И вот исходя из этих реалий, вам нужно выстроить план действий с клиентом. Все, вам надо самим подумать, как именно и при каком сценарии вы из этого выкрутитесь так, чтобы действительно не умереть с голоду и чтобы не сильно подвести клиента, и привести и прийти к клиенту с этим планом. Даже если он отличается от каких-то первоначальных договоренностей, нужно сказать, что, типа, дорогой клиент, мы прям хотим максимально выполнить свои обязательства, но теперь вот получается такая история, что если ничего в проекте не изменить, то нам придет капец, и если нам придет капец, то уже мы точно не сможем выполнить какие обязательства. Поэтому мы предлагаем в нашем плане вот такие-то изменения. Вот. И всегда можно найти решение, как-то переструктурировать работу. Возможно, если клиент действительно заинтересован в работе с вами, вы как-то договоритесь о том, что вы сейчас, там, не знаю, там, за неделю или две доделаете какую-то небольшую часть, которую вы точно успеваете, а все остальное, например, вы сделаете какую-то еще итерацию за отдельные деньги в будущем или как-то еще. Вот. Но
эту ситуацию нужно закрыть и прекратить как можно быстрее, иначе у вас случится, как у нас. То есть вам, вот, мне в 2010 году пришлось уволить половину бюро, и я помню очень хорошо, как мне это было больно, потому что в бюро в тот момент не было ни одного человека, о котором бы я не пожалел, с кем мне пришлось расстаться. Это был очень тяжелый момент. Вот. Но зато в этот же, в ту же секунду, когда я это сделал, в этот же день мы постановили, что мы работаем теперь только с фиксированными дедлайнами, никак иначе. Поставили перед фактом всех старых и новых клиентов. Половину старых клиентов потеряли, но кто-то из них вернулся потом через некоторое время. А новых, как бы, и выбирать и нечего было, поэтому, соответственно, все у нас сразу изменилось, и прям буквально на следующий месяц после этих всех изменений бюро оказалось вообще в принципе в плюсе впервые за всю свою на тот момент, там, не знаю, трех- или четырехлетнюю историю. Екатерина Александрова. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие критерии вы используете для оценки проекта по его завершению? Как понять, насколько он успешен, в скобочках, не успешен? Екатерина, ну, мы обычно до того, как начинаем работать, мы пишем понимание задачи. Как мы понимаем, что нужно делать и зачем. И в этом понимании задачи, собственно, первое, что надо написать, это то, чего мы хотим добиться. Желательно это написать в виде какой-то метрики, которую мы хотим улучшить. И, естественно, в каждом проекте это будет что-то свое, потому что цели бывают внешние, они бывают внутренние. К примеру, там, не знаю, пример внутренней цели какой-нибудь, это какое-нибудь снижение нагрузки на поддержку. То есть, к примеру, вы можете сделать какой-то новый интерфейс для пользователей, который вроде как им что-то делает удобно, но ваша задача может быть банально неудобно им сделать, а сделать так, чтобы пользователи теперь это действие делали, а не ваша поддержка. То есть, вот мы, например, сейчас наконец-то готовим интерфейс отмены подписки для наших книг, вот, потому что, ну, это освободит какую-то работу для нашей поддержки. Вот. А пример каких-то внешних целей, то есть это вот тоже самые разные истории. Там, например, проект «Деликат», для которого мы делали дизайн-услуги, а конкретно мы разрабатывали стандарты работы кассиров в сети супермаркетов. Вот. Там оказалась такая история, что благодаря тому, что мы создали эти стандарты, сделали учебник, сделали какие-то тесты и помогли это все дело внедрить, по крайней мере, по словам самой этой сети, у них текучка этих кассиров упала там типа с 10% до 1%. Я, честно говоря, не очень сам эти цифры не проверял, они кажутся невероятными, но вот такие цифры нам сказали. Вот. Соответственно, это могут быть какие-то еще метрики, которые вы конкретно выбрали в том или ином случае. Там, если вы редизайните какой-то блог, это может быть там, за, не знаю, время, которое читатели проводят в статье. То есть, недавно тоже мы сделали проект для Майндбокса. Мы переделали раздел «Блог». Вот. Собственно, у них тоже выросло там какое-то время, которое проводят читатели в статьях, а это, соответственно, влияет на какие-то другие дальнейшие сценарии вероятности контакта с клиентом. Илона Кравченко. Привет. А какую камеру и микрофон для съемки вы используете? Илона, мы принципиально используем самую говеную камеру и самый говеный микрофон. Не знаю, что там написано. Panasonic 4K. Вот. А здесь какая-то самая обычная, может быть, не самая говеная петличка, но вот какая-то петличка. И мое отношение к этому очень простое. То, что сначала мы должны научиться работать с тем, что есть, вот, стандартизировать, выйти на какой-то уровень качества, который у нас не плавает и так далее, улучшить его. И тогда, собственно, в этот момент, когда мы уже умеем с этим работать и апгрейдим какое-то устройство, у нас еще больше скачет, поднимается качество. Вот, вы можете обратить внимание, просто, не знаю, посмотрите три какие-нибудь последние ролики, три последних ролика на канале и сравните их там с какими-нибудь роликами, которые были полгода назад или год назад у нас. Вы увидите, что это небо и земля. Почему? То есть оборудование все то же самое, потому что мы взялись за стандартизацию, за то, чтобы, собственно, звук становился все лучше и лучше. Потом, не знаю, доберемся и до картинки в какой-то момент.
Кстати, я давно мечтаю купить черный 55-й Шурик, а то и два. Так что, если вы знаете, где их взять, они, к сожалению, уже не производятся, то обязательно мне напишите, пожалуйста. Дмитрий Пашков. Артем, подскажите, как перестать чувствовать себя тупым? Я уже 2 года смотрю советы, видеоразборы и стараюсь им следовать. Сейчас учусь в школе дизайнеров, но при выполнении практических заданий испытываю трудности. Не получается нормально сверстать страницу, продумать пользу от продукта, сделать шапку сайта или подвал. Я забил почти на все дела и искренне не понимаю, как другие ребята справляются с заданиями и у них так круто получается. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство, что все вокруг шарят, а вы нет? Что нужно делать, чтобы учиться быстрее и не тупить? Дмитрий, безусловно, я испытывал такие чувства. Очень хорошо помню, когда я пришел только в студию Лебедева, каким полным лохом я себя чувствовал. Мне казалось, что вокруг все боги, а я вообще ничего не могу сделать. Это совершенно нормальное чувство, потому что оно здоровое, оно заставляет тебя все время улучшаться. То есть, если ты недоволен собой, то ты все время растешь. Если ты доволен собой, то у тебя нет причин расти. И это, само по себе это чувство очень хорошее и мотивирующее. Вот. А что нужно делать? Ну, я могу 2 совета дать. Во-первых, это копировать хорошие работы. А, собственно, если бы вот говорить о шапке и подвале сайта, в чем вообще мой подход к обучению верстке? То, что вы используете стандартные устоявшиеся какие-то конструкции, потому что благодаря этому у вас практически механически получается что-то крепкое и работающее. Вот. Соответственно, просто берете какой-то пример, который вам очень нравится. Желательно, ну, не студенческую работу, а действительно вот какой-то профессиональный, не знаю, студии или какой-то вот прям то, что вам нереально нравится. Прям пытаетесь это дело скопировать. И до мелочайших, самых мелочайших, мельчайших мелочей, какие только можно. Шрифт, положение, отступы и все прочее. И таким образом вы уже начнете уже гораздо больше понимать. Второй способ – это напроситься какому-нибудь, не знаю, условно говоря, большому учителю, да, или какому-то арт-директору, или какому-то старшему товарищу, и просто либо просто понаблюдать за его работой, либо показать ему, вот смотри, у меня такая вот работа, вот, да, то есть не просить его всю работу за вас сделать, но просто вот помоги вот шапочку собрать, я вот, мне не получается. Просто пока вы наблюдаете за его работой, вы тоже апгрейдитесь. А, вот так вот можно было, вот так можно сделать. То есть это сразу круто. То есть вот в моем случае, вот сейчас я, например, мне очень интересно всяческое микширование музыки, вот, и я какие-то там свои ужасные потуги, да, там, в которых там тоже я не могу понять, что хорошо, что плохо, как это улучшить и что вообще не так. И что мне помогло? Мне помогло, я просто, не знаю, купил курс, который заключается в том, что чувак просто в течение там всех роликов, он просто микширует какую-то одну песню от начала до конца. То есть начинает с треков и заканчивает вот все собранным миксом. И просто каждая деталь, каждое действие, это видно. Я, не знаю, записываю вот прям каждый, вот он взял плагин, вот он так его настроил, вот тут вот низов убрал, здесь верхов добавил, хай-пас, лоу-пас, все дела. Вот это я все выписываю в реферат. И я уже понимаю, что все, вот просто апгрейд и сила, суперсила какая-то появилась. Я знаю, что мне надо делать, вот когда я досмотрю этот курс до конца, что мне надо там в своем учебном миксе сделать, чтобы стало хорошо. Вот, поэтому пример старшего товарища, попросите переделать какую-то штуку у вас на глазах. Это нереально поможет. Приз за самый интересный вопрос, наверное, я как раз хочу подарить Дмитрию Пашкову. И приз будет необычный, как раз в духе моего ответа. Я, собственно, Дмитрию хочу предложить 30 минут своего времени в виде личного разговора или какого-то чата в Телеграме. Вот, я готов буду ответить на любые вопросы или что угодно показать, рассказать, объяснить на каком-нибудь примере, который Дмитрий сам выберет. Дмитрий, чтобы, собственно, со мной связаться, просто напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. До скорых встреч. Я никому не верю и горжусь этим. Но нейминг у программистов сосет. Если вы не вытяните это дело, то кто? А чё помол там? А чё время приготовления? А чё доза? Никому не доверяй, все проверяй.
Сегодня мне приехала вот такая посылочка от дизайнера Алексея Липунова. Он сказал, что живет в какой-то деревне в 100 километрах от Новосибирска. И здесь в коробочке всякая милота. Во-первых, автобусный билетик клевенький, на котором он что-то там нарисовал. Но это не то, что я ждал. И это очень прикольно и приятно. Еще тут какие-то прикольные бумажечки разные. На них написано «Ридми» и такие дырочки. Вот, видимо, можно писать записочку и кому-нибудь ее положить, чтобы он только сам ее прочитал. Ну и самое главное, собственно, посылочка – это вот такой вот супермилашечный магнитофончик катушечный, который сделан из бумаги. То есть тут просто совершенно чумовая детализация. То есть сбоку на бумажечках видна текстура дерева, там как-то прорезана или как-то еще сделана. Вот. А внизу вот этот вот прибор со стрелочками называется виюметр. Это такой, собственно, с помощью него измеряется громкость, уровень громкости на левом и на правом канале. Собственно, до сих пор эта штука используется даже в цифровом виде во всяких звукорежиссерских прогах. В общем, страшная милота, еще сверху такие лиловые поганочки. Вот, его можно повесить как магнитик. Обязательно закажу что-нибудь еще у Алексея. Спасибо.